Всем-всем большой привет! Самый часто поступаемый запрос – это снять то, что я всех больше люблю в компании Avon. Какие продукты? Долго я тянула с этим обзором, но вот руки дошли, и даже возникло желание это сделать. Собрала я то, что нашла в своем доме. Единственное, что чего-то у меня сейчас нет в наличии, но есть продукты, которые мне нравятся. Как правило, листая каталог, каждый раз я упоминаю то, что нравится мне. Но давайте сделаем все-таки такое собранное видео. Из ухода хочу сразу отметить, это пены. Они в Avon идут в разных упаковках. Чаще всего стандартная упаковка идет на 500 мл, либо 1000. А вот это лимитированные версии. Есть еще лимитированные версии в форме снеговичков и подобных таких. Вы знаете, Дед Мороз, Снегурочка, вот такие вот. Хочу отметить эти пены тем, что у них отличное пенообразование, приятные ароматы. Единственное, аромат нужно выбирать на свой вкус. И не все они очень яркие. То есть бывает, вот, например, вот этот аромат. Так красиво звучит в ванной, что купаешься и получаешь удовольствие. А бывает аромат такой, что надо наклониться прямо к пене близко, чтобы его почувствовать. Но в любом случае пенообразование просто отличное. Люблю, нравится, вот хочу обратить на это внимание. Следующее, что мне очень нравится в Avon, это их гели для душа. Гели они регулярно выпускают новинки, часто у них есть лимитки. Я сейчас взяла вот два относительно новых аромата, а этот аромат уже многие знают. Почти все они у меня такие тропические и цитрусовые получились, которые я подобрала сейчас. У них гели есть как гелевые текстуры, так и гель-кремовые текстуры вот такого характера. Сейчас один у меня взят лимитированная коллекция. Они теперь так и подписывают на самой бутылочке. Это витаминная коллекция. Ну, а этот, по-моему, как стандартный. Написано пробуждающий, увлажняющий гель для душа. Мыло, жидкое мыло, мне кажется, у них как-то дороговато. Даже со скидкой бывает по какой-то акции 99 рублей 250, кажется, миллилитров. Могу ошибаться. Но, по-моему, 250. Но мне кажется, это как-то слишком дорого. Я скорее возьму гель для душа, перелью его с помпой, с дозатором во флакончик и могу таким гелем пользоваться как жидким мылом. Гели хорошие. Есть девочки, которые немножко жалуются, что подсушивает кожу, мою не подсушивают. Еще то, что для меня является must-have, это их спреи. Я показываю разные, какие есть у меня, какие я нашла у себя в доме. Но на самом деле ароматы у них тоже меняются. Бывают лимитки появляются, что-то выводится из каталога. Но такие спреи есть постоянно в компании Avon. У них есть минус. Те, кто не любит спреи на спирту, то это не для вас. Но в этом же их и плюс. Как любая туалетная вода или парфюмерная вода, благодаря спирту стойкость чуть дольше. Ну, можно не наносить на голое тело, а в целом они как ароматизатор одежды, которые вы носите, либо помещения хороши. Также в летний сезон, когда сильная жара, вот такие ароматы тоже можно подобрать для себя. У них бывают аромат прямо сладкого или свежего парфюма. Ну, то есть приятные. Для меня это, можно сказать, must-have в Avon. Поэтому, если кто-то не согласен, то, конечно, каждый имеет право на свое мнение. Так, поставлю я их там, в уголочек. Так, наверное, чтобы было видно. Дальше. Вот так. Хочу отметить у них серию Планета Спа. В этой серии я взяла с собой один скраб. Превосходное очищение. Не знаю сейчас, есть ли эта линейка. Я просто взяла как
ну, показать, в общем. Но и когда бывают в планете спа скрабы, у них скрабы хорошие для лица. Отметить хочу. И также во всей этой линейке отличные маски для лица. Какие-то лучше работают, какие-то хуже, какие-то нравятся больше, какие-то меньше. Но в целом я сейчас собрала то, что есть у меня, и то, что мне очень нравится. Так, все, вот столько у меня их есть. В отношении планеты спа сразу вот я не взяла с собой, но хочу отметить маски для волос. Особенно у них есть вот райское, по-моему, увлажнение, увлажняющая маска с оливой. Ну, вот из этой, прямо конкретно из этой серии, для волос. Она отличная. В круглой банке, по-моему, 250 или 300 миллилитров банка. Тоже вот хочу отметить. У меня сейчас ее, не знаю, есть или нет, не стала я искать, лазить по запасам. Но тоже хочу отметить именно планету спа, их маски. Как для волос, так и для лица. Вот эта маска, она меньше размером 50 миллилитров. Она оригинальная. Очищающая, разогревающая маска. Мочите руки влажные, в общем, водой мочите. И этой маской массируете лицо. Глаза избегая, губы избегая, она прямо горячая становится. И такое очищение, разогрев лица идет, и поры открываются. Отличная маска вообще. Если вам она подходит, если не чувствительная кожа, то тоже можете оценить. Все это, конечно, индивидуально. Кто-то сейчас напишет, что а вот мне это совсем не подошло. И это нормально. Все мы разные. У каждого свои must-have. Ну и, конечно, не могла я обойти парфюмы. В Avon есть два парфюма, по которым многие, можно так сказать, до сих пор льют слезы. Это City Rush. City Rush у них несколько было ароматов. У меня остался City Rush самый первый, классический. И Sport Light. Вот здесь название я могу перековеркать. Ну вот оно вот так называется. Вот такой аромат. Это два аромата, которые мне очень жалко. Я ими пользуюсь очень скромно, если можно так сказать. Жалко, что Avon их вывел. И хотелось бы, чтобы их нам эта компания бы вернула. Замечательные ароматы. Этот посвежее. Такой вот прямо свежесть цветочная, утренняя. Такой как морское побережье. Вы с букетом жасмина или вот сирени идете по этому побережью. Вот почему-то у меня такие ассоциации. А этот более цветочный, такой приятный аромат. Но я долго описывать не буду, потому что цель must-have. Ну и каждый, практически, по крайней мере 90% женщины, которые хоть один, но отмечают аромат Avon, что ароматы их хорошие. Единственный минус — это личная непереносимость, либо, ну, не нравится, конечно, но это очень маленький процент, кто не отмечал или не любит вообще ни одного аромата Avon. Чаще всего у каждого есть что-то, что они отмечают. Я несколько взяла с собой, то, что мне лично нравится, и то, что украшает мою полочку. Тоже описывать ароматы не буду. Это классика. И вообще, это лицо буквально Avon. Это Today. Lac La Vie. Приятный аромат. Perceive Dew, отличный свежий летний аромат. И, к сожалению, тоже вывели уже из каталога Little Pink Dress. Это маленькое розовое платье. Тоже его можно, по сути, уже ставить вот к первым двум ароматикам. Это тоже очень приятный цветочный такой аромат. Дальше, что еще бы я хотела отметить в компании Avon. Это их бижутерию. Я с собой взяла несколько элементов бижутерии, как это сказать, несколько штук, украшений. Постаралась я взять не последние, а те, которые были год, два, три назад, чтобы показать, что бижутерия у них реально качественная, и она носится годами, и ничего ей не делается. Вот этот браслет из
комплекта «Королева ночи». Посмотрите, в каком он отличном состоянии. И весь этот комплект выглядит прекрасно. Также можно было одно время покупать вот такой комплект. Есть у меня еще серьги, вообще была еще цепочка вот с такими розочками и под жемчуг сделанными такими камушками. Тоже вот специально показываю вам и заднюю часть, потому что я забываю и мою часто руки прямо в бижутерии, прямо с колечками. Вот такое отличное колечко. Принесла специально две подвески, самые дешевые, это которые стоят где-то 130 рублей в Avon, то есть они в распродаже 100 лет назад прошли. Вот в розовой ленточке, по-моему, вот это украшение было. Давайте посмотрим его поближе. Вот так оно смотрится. Мне кажется, ни один камушек не пострадал. И сама цепочка в отличном состоянии. Вот я ее даже вот так вот всю соберу, смотрите. Прекрасно. Ну, года 3, наверное, ему точно. Еще одно тоже очень дешевое украшение. Дорогие не понесла. Вот такая цепочка. Мне кажется, вот это стало чуть-чуть матовой. Вот этот блеск, как в первый, уже ушел. Это прямо 100 рублей, 120, может быть, 130 рублей стоило. Были разные камушки любого расцветки. У меня вот такое. Мне кажется, даже уже вот в подарок оно приходило по какой-то распродаже. И также давайте серьги покажу, которые постоянно носятся. Так, тоже взяла от старых-старых, может быть, некоторые уже даже и не помнят такие наборы. Я их сейчас попробую сразу. Ну вот, смотрите. Вот так они выглядят. Ну, прекрасно выглядят. И их давно-давно нету ни в каталогах, ни в распродажах. Давайте посмотрим другую сторону. Вот задняя сторона. Ну, в хорошем состоянии. Прямо видно в хорошем состоянии. Вот еще прям тоже совсем старенькие сережки. Вот, смотрите. Эти прямо мне сейчас подходят. Да? Ну, чуть-чуть по бирюзове тот камушек. Вот такая красота. Так, все. С этим тоже все. Давайте чуть-чуть покажу декоративки, которые для меня кажутся must-have и без которой я не могу жить. Первое, что я хочу отметить, это из серии NU заряд энергии вот этот праймер. Мгновенное выравнивание. У него очень приятный аромат. Силиконовая такая текстура. Реально выравнивает. Сколько раз я в косметичке месяца показывала. Вот сейчас я даже провожу. И смотрите, как он полностью закрывает поры. Прямо ровное, гладкое становится тело. Никаких неровностей. И на него уже идеально ложится любой крем. Я с собой взяла BB. Но с BB я еще знакомлюсь. Просто мне понравился этот крем. Как работает вместе с перфектом. Но его я еще пока тестирую. Давайте я прям на это же место нанесу и этот крем, чтобы вам показать результат. Как он ложится. У этого крема SPF 20 на лето отличное. Вот так смотрится. Смотрите. Очень красиво. Следующее в декоративной косметике я хочу отметить их румяна. Румяна у меня в одном цвете есть. Давайте я вот так покажу, а вы найдете название. Мне кажется, видно, отсвечивает немножко. У них есть небольшие блестки. Кстати, огромное зеркало, удобное. У них есть с одной стороны блестки, но эти блестки совсем незаметны на лице. И очень красивый цвет. Цвет типа слива, как-то так. Сейчас я вам вот здесь покажу. Видите? И когда их растушевываешь, эти румяна, очень красивые,
даже эффект какого-то загара, смуглоты, таких смуглого румянца. Красиво смотрится. Мне кажется, для лета это хороший вариант. У них есть такая кисточка, но я еще щеточкой этой кисточкой не пользуюсь. Также хочу отметить Вейвен. Это палетка для бровей, которая у меня заканчивается. Я ее не понесла. Принесла вам новую, чтобы показать. Она идет в оттенке Soft Brown. Давайте посмотрим. В палетке есть вот такая кисточка, но она очень жесткая, очень жесткая. С этой стороны мягкая, с этой, ну жестковатая. И у первой палетки очень быстро вылезли вот эти щетинки из своих гнездышек. То есть я обычно этой не пользуюсь кисточкой. И вот так смотрится. С этой стороны воск я уже начала пользоваться, а с этой сами тени для бровей. Для меня это оттенок очень... ну, прямо идеальный. Вот так. Очень люблю, очень нравится. И прямо не изменяю уже 3 года этой палетки. Есть карандаши для бровей, но прямо неизменно пользуюсь только этой. Ну и огромный must-have. Видно, что по количеству это карандаши. Кто любит карандаши Diamant Vaivén, те, которые с блесточками идут, это для вас тоже все понравится. Также вот один у меня карандаш есть в моем любимом зеленом оттенке из вот этой толстенькой серии. Давайте я постараюсь прям без показа названий покажу вот так цвет. У меня практически все есть, которые Diamant. В 11-м каталоге отличная цена у этих карандашей. 115-120, как-то так. Зелененький. Просто сейчас не хочется много времени на название тратить. Просто хочу показать именно то, что нравится мне. И если даже вас что-то заинтересует, карандаши серия Diamant, там по самому квадратику с цветом можно определить, какой красоты карандаш. По-моему, у них там только черный выглядит на картинке чуть по-другому. Вот такие они. Какие-то из моих уже вышли из каталога, а какие-то еще есть там. Тоже красивый такой, он какой-то серо-зеленый, что ли, да? Видите, какой цвет интересный. И вот этот зеленый, но он... Ну, я сейчас поближе все покажу. И этот зеленый, но они по-разному смотрятся. Такой серый. В синету уходящий. Видите, тоже разница. Ну, красивый, как ночное небо. А вот этот карандаш я с собой взяла, но это не Diamant. С таким названием. И уже по даже этому цвету видно, что он другой. Немножко другой. Вот он такой. Так, и сейчас я вам их все уже поближе покажу. Видно, что... как они играют. Они все практически такие, благодаря блесткам разноцветным, хамелеонистые. Каждый куда-то уходит. В серый, в синий, в зеленый. Вот такие интересные цвета. Ну, отличные. То есть карандаши прямо хвалю-хвалю. И как-то у меня заканчивается один, я сразу же ему на смену покупаю такой же. Ну и, конечно, помады. Не знаю, надо показывать тоже сводчи или нет, но для тех, кто любит, девочки, смотреть сводчи, я покажу. Я взяла, если не ошиблась, то, что сейчас есть в каталоге. Надеюсь, не ошиблась, которые уже вывели помады из каталога. Я постаралась их не брать. Ну вот давайте посмотрим эти.
Вот это две новинки. Разноцветные такие, как бы, с разводами помады. Давайте тут я покажу, конечно, с цветами. Вот такое название. Вот видите, они какие. Нравятся мне эти помады и как ложатся, и как наносятся. Вот видите. Отличные помады. И по цвету, и по текстуре, по своим свойствам. Вторая у меня помада. У меня их три. Ну, в косметичке третья. Но цель была не все подряд показать, а показать то, что нравится. Вот видите, это тоже с разводами, но уже разводов тут чуть-чуть поменьше, и она посветлее. Так, давайте вот вместе с вами наносить. Вот такой оттенок. Первая больше в фуксию уходит, а это в розовый, в светлую фуксию. Так. Вот эта помада у меня уже старушка. Так, маза. Ну, не буду ее показывать. Вот так она выглядит. Вот в этих красных колпачках. Давайте посмотрим. Вот такой цвет. Такой темный нюд в коричневый уходящий. Очень красиво смотрится. И две помады я взяла из серии Ультра. Вот с такими окошками. Первая. Вот с таким названием. Вот такая она красавица. Тоже ложится хорошо. Приятный аромат. Вкуса нет ни у каких помад. И последняя тоже Ультра. С таким названием. Вот такой цвет. Сочная, красивая. И губы с этой помадой смотрятся тоже очень красиво. Помада у Avon, конечно, хорошего качества. Нравится и хвалю их постоянно. Вот такой получился у меня сборник того, что нравится мне в Avon. Хочу отметить у них и умывалки, но там по типу кожи и под свои собственные особенности. Я не понесла ничего такого, потому что сколько людей, столько им кож, столько мнений, поэтому не стала я. Ну, так для себя могу, для вас могу сказать, что нутроэффект мне очень нравится для жирной кожи на лето, уход. Надеюсь, со мной было интересно, надеюсь, я что-то рассказала полезное. Спасибо огромное всем за внимание и всем до новых встреч. Всем пока!